Итак, срочные новости. В России резко выросли цены на бензин. Итак, интересно, с чем это все-таки связано? В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин, свидетельствуют данные информационного аналитического центра «Картес». Стоимость топлива марки АИ-92 повысилась на 76 копеек и составила 40 рублей 76,5. 40,76 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр. Московской топливной ассоциации в свою очередь сообщили, что цены на топливо на столичных заправках выросли за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек, до 42 и до 45,5 рублей за литр АИ-95. Министр энергетики Александр Новак ранее заявлял, что объявленное снижение акцизов за топливо в России позволит избежать существенного колебания цен на бензин. Вице-премьер Дмитрий Казак на прошлой неделе сообщил, что власти приняли решение снизить акцизы на дистопливо на 2000 рублей за тонну от действующих, на бензин на 3000 рублей. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года. Итак, перед нами голосование. Вас беспокоит повышение цен на бензин? И три варианта ответа. Нет, такое бывает часто. Второе, беспокоит, это ударит по кошельку. И третье, не слежу за ценами на бензин. И 95% думающих наших соотечественников понимают, что действительно повышение цен на бензин это действительно ударит по кошельку каждого из нас. Их, естественно, этот вопрос беспокоит. То, что дорожает бензин, этому нет никакого оправдания. То есть, как нам рассказывают, что все зависит от барреля нефти. Вспомните, когда нефть стоила 120 долларов за баррель, нам говорили, что бензин дорожает, потому что нефть дорогая. Потом цена за баррель нефти рухнула до 40 долларов, но цена за бензин так и не скатилась даже ни на копейку. Сейчас опять нефть дорожает, и бензин опять дорожает. То есть игра в одни ворота. За все платит российский народ. По его словам, правительство приняло такое решение, исходя из того, что с 2010 года акцизы на моторное топливо увеличились в 2,5 раза. И это такой существенный фактор, который указывает на давление на нефтепродукты, пояснил и вице-премьер. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева в свою очередь объяснила рост цен на бензин ситуацией на мировом рынке. В первую очередь речь идет о повышении акцизов и международных цен на топливо. Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены, но все равно росли. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен, пояснила она. Юдаева уточнила, что пока рост цен на бензин не оказывает влияния на инфляцию. На самом деле госпожа Юдаева нагло врет. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева лжет нагло, потому что все зависит как раз от цен на бензин. Все продукты, которые продаются в магазинах, они в первую очередь доставляются туда. Все стройматериалы на стройках доставляются туда, транспортом, который потребляет бензин. То есть в итоге это все скажется, аукнется на нас с вами, на обычных гражданах Российской Федерации. Пожалуйста, пишите ваше мнение и подписывайтесь на канал. Здесь говорят правду.